Дай темку на форме. Фонарик. Можешь и без этого. Не, без 20-го его. Надо, что кто-то слоял как-то. Да, у меня есть 41-й. Чё там написать кому? Ну вон. Че? Фонаря проблема. Да вон там уже Рислин написал. Не, по-прежнему не впускают. Не пускает в непосредственно аккаунт WoW. Не впускает именно в аккаунт, когда я в WoW захожу уже. А личный кабинет, все, там нормально, пускает. А ты когда пишешь логин, пароль, вводишь, что пишешь? Соединение разорвано? Нет, там просто пишется типа неправильный пароль, чтобы поменять пароль, там зайдите на личный кабинет. Я это уже делал, если что. Ну, может, реально. Четко проверь все капслоки, всю раскладку. Это тоже. Я же не настолько простофиля. Бля, ну мы дальше не иди. А вдруг тебе клавиши на клавиатуре поменяли, ты как ебан жмешь, просто посмотрев на клавиши. Не, у меня там уже память развита. Мышечная, чтобы тыкать клавиши, несмотря на них. Shift Alt нажми. Попробуй по папке Sirius нажать Ctrl-Delete, вдруг поможет. Бля, Legalize нас обманул, нах. На него написано, что он, блядь, анхолик. А в рекаунте ледяная коса. Ты нормально спрягался? Не переживай. Типа, я просто за 5 лет играю на просте, а тут в течение нескольких событий на анхолика пересел. А тебе сколько лет? Прики топ. 23. Ага. Анхолики, да хуй знает, у меня шмота нет в анхолика. У шипешников есть шмот под анхолика. Нормально. Стой, вот, не пуляй. Стой, стой. Ты там нужен, собственно, ради одного таланта. Я знаю. Я понял, блядь. Пуляй нахуй. Че, нету уже? Ну, вблизи нету, я там снял одну, а вторую я не знаю, мне моб захуярил. Просто решил мне поебалу прописать. Все четко. Давай фонарик, тебя жди. Где? Дай королева. Ну, королева ж не будет, она писала. А на работе слышишь? Наверное, на работе. В школе? Ну, в ее возрасте уже не учат. Кто сказал? Я знал чувака, которому 65 лет, он все еще сдает экзамен, типа, входит в колледж, типа, в универ, и все еще. Снова и снова заново поступает, новые знания обретает. Прямо сейчас помрем все, пацаны. Ты шо хоть? Все учатся? Блять, вот бейте меня. Я только вышел и сразу опять, да? Ой, там скелет был. Да, он и есть, поедет бегает. Нихуя себе. Свет
Ой, это больно, ну. Барбарос написал, что он нафига мне написал. Я перезайду. Никто не смеет входить в обитель господина. Ебать, и на дне приоритета. Че, я ребут сделаю, пусть. Потому что он не может играть. Такое чувство, что, блядь, вся гильдия школота нахуй. Ничего бы ничего, пиздец, нахуй. Так завтра же суббота, нахуй. Какая еще хуже, чем нахуй. Да какая разница, суббота не суббота? Ебал я в рот такие качели. Ну, типа, не можем собраться, ну нахуй это надо. Нахуя мне приходить? Не, я имею в виду, что суббота, школьники же не учатся по субботам. Да и мне похуй, учатся, не учатся, нахуй. Заебала эта хуйня, нахуй. Ну, младшие классы точно не учатся. Людей нету, блядь, ну, добирать некого, нахуй. Стальные болт забивают, нахуй. В школе пизды получают, не знаю, блядь. А ты вообще добираешь народ? Ищешь кого-то? Нет, блядь. Не ищу. Конечно, не ищу. Проблема в том, что онлайн простинает. Они увеличиваются. Осуждай столик пока. Че ты за обезьяны, блядь? А у носа кто? Миликов вообще нету, нахуй. Из миликов он. Рога, два ретрика, блядь, феррал. Еще он холик, ладно. И то один в танке был. А нафиг милики нужны? Меньше миликов, меньше духов было лутать. Да, это, блядь, не связано. Нас все ловят. РДДшники, милики, да, срасят. Только милики ловят, потому что они тяжелее. А что за Эстероса? Он в целка в каком-то. 261-й. Что-то Юля про него говорила, типа он там...
этого. Да похуй, кто там что говорил, ну все, типа, поебать на него, забудь про этот вострос. Следующую неделю не будет ходить, ну хотя ладно, я потом выскажусь. Ну, а там в десятке сидит просто уже как бы больше часа. Фонари, ты тут? Тут. У меня аккаунт заблокировали на 5 минут уже. Настолько все плохо, не могу зайти. Убери эту двухстороннюю, эту, блядь, идентификацию ебучую свою. Двухфакторку. Потом ну, вернешь ее. Просто. Ты думаешь, это из-за нее? Да, блядь, ну, нахуя вообще это хуйня, типа. Делаешь пароль нормальный, блядь, никто тебя не взломает, да? Если аккаунты давать не будешь. Всем подряд. Даже если взломают, все равно, типа. А почему шмот удалить нельзя? Вот если аккаунт не подтвержден. Блять, его можно распылить всегда. И распылить тоже нельзя. Кто доберется до моего портала, дам косарь. Ну, я выключил идентификатор, но зайду только в 30 минут. У меня аккаунт заблокировали. Зайдешь, пойдем. Не зайдешь, пойдем чилить. Точнее, я точно пойду чилить. А что ты можешь на Варлока сразу зайдешь? А мы вообще переводили их, типа, в эти говоря, там такое допускается, в эти говоря. Сука. Ёбаные паровозники, блядь. А у меня же тоже, кстати, где-то паровозик был. У меня почему-то почта есть, а адреса нету в этом. Адреса туда не добавляют. Он в сумке у тебя лежит. Почта, да, Дживс не игрушкой не считается. Нет, он должен быть тоже там. В целом, вот, пульт управления. А в списке он есть? И пульт управления у меня тоже почему-то его нет.
Да, блядь, когда они себе мозги уже добавят, блядь? КД еще не отображает. Пульт управления в списках есть. Что-то я не понял. У меня сейчас была вот эта тема светящаяся. Долго рода. А сейчас она пропала. Я захожу, а ее нет в игрушках. Что за бред? А что за тема? Как называется? Ну, она вот это светилась такая, понял? На 10 минут. Вон как у Адели. Так а как называется? Да я ебу, как она называет. Хулечка, сколько душ? Получается. Хе, в натуре игрушки не линкуются. А я понял, у меня первая, вторая страница одно и то же. Это что, типа? Баг? Баг, да. Ну, теперь получен, и все, теперь она высветит. Вторая страница забагала. Через 2 минуты, Дермич. Я пойду пока фласки куплю, припасы. Разобрался, как это, блядь, лужи выносить, и потом больше чтобы тебя не чарлился. Ты, блядь, не просто стоишь, ты вот стоишь, допустим, справа, да? Перед вихрем подходишь просто ближе к боссу со стороны танков. Служа в тебе идет, она идет со стороны танка. Ну, фонарик, удиви. Сейчас 2 миллиона на ребра было. У меня такое ужасное предчувствие, конечно.
Аккаунт не добавляется в лаунчер. Какой лаунчер, блядь? Зайди через ебучий раз. Я это и сейчас... Что такое лаунчер? Подожди. Попробуй убрать вот эти патчи, которые ты сделал, которые запретил запись. Выкинь их из папки и попробуй... Не в этом дело. Все. Ребрат будет убит. Сука, кто там паровозник, блядь? Бля, забаньте паровозник. Я думал, это у тебя будет. Давай быстрее, волчи. Щука вместе со мной с правой стороны, Блэкиш с левой. Асус. Когда эта хуйня вихрит начнет кастовать? Блин, конешься в печеньку. Как только он в тебя чаржнется, сразу беги в КС, понял? Чем такая первая замена? Реслин, ты в танке. Ты потом идешь в печеньку. Ну, я их суманул, но они не суманят. Значит, ты покажет. Дермич. Похуй, что полчаса уже как должны начать. Есть замена, ИПА. Ждите пока. Я просто кикнул, чтоб нам некоторые хилы навык насчет хилбота. Дермич, ты где? Тебя одного ждем. Ну, по ФК сидеть, ну, мало времени было, полчаса по ФК. А, ну еще перед этим опознал. Дайте с таким, как-то... с таким отношением вообще не хочется заходить. Я хп много, блядь, 30 тысяч на луке. Мы понемся, будем как бабочки нахуй. Не понемся нахуй, убьем так быстрее в любом случае. Ребят, ну поставьте шкаф, сумоним Дермича, я не знаю, может он стоит. Может, там? Стоял в шкафе. Стоял шкаф, он как, его сумонили. Фласки в ГБ. Первый ячейк. А есть кого-то поменять его? Хотя бы ребра убили, он ФК. Да, мне придется идти на ДК. А он писал, что на ФК? А он уже ГП пошел. Он вон про какой-то патч писал. Да не, он уже 28. Его... Он же его подставил, перезашел. Полгород вчера ходили, вы уже? Да. А там лимит чарок на приста уже закончился. Вчера выпали две. На приста? Угу. Теперь год не увидим? Угу.
Че, реально на шипу упал? Пацан. А, я понял. Блять, вообще не могу кликнуть по порталу. Ну и сколько он АФКшить будет? Нахуй вообще, блять, вот такая вот. Нахуй вообще такие люди, блять. 8 минут. Девять. Пиздец, блядь. Ну, нихуя себе. Рыбу хавать. Свершил еще, ну. Да, ты на ранжевом лаке с левой стороны. Щука со мной с правой. Бегай во мне, щука, блин. Чела полома. Банки в ГБ. Как думаешь, где они находятся? В ГБ? Давай, черт пойм. Bone Spike Cast. Чука, ближе, 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 то свитер будет. Я дам Масёка. Угу. Дермич, ты следующий. Потом Реслим на втором бифле, и после Реслима лицо. А что у нас шип там делает, блядь, объясните мне нахуй. Что там... Заебись, блядь. Ну, что, что, вы в крест не можете стать или что? Кого хуя шипы в разные стороны пошли? Че, клоуны или что, я не могу понять. Одну ебаную метку поставил, блядь, чтобы для вас, нахуй, в ебаный крест сбежаться, нахуй. Че вы стоите там, я не, в разных сторонах, я не понимаю. Что, совсем ебанаты или что, с головой не дружите, блядь? Ой, блядь, пизду нахуй. Пизда, это, наверное, из-за шипосников такие лаги, блядь. Честно, блядь, я в душе, не ебал, что нужно в крест бегаться. Угу. Ты их только в Козябр сказал? Ты первый раз в Солдат или что, скажи? Да. Угу. Рассказывай первый раз. Ну, обычно в четверг убивали, я в четверг в крест как-то играю. Мы до этого так все время убивали. В четверг. Я по четвергам, говорю, редко когда играю. Я когда прихожу... Для тех, кто не понял, на вихре сбегаетесь в крест. Я понял, если вы этого не делаете, нахуй, я вам ебашу косарь ГП, нахуй. Спасибо за внимание. Я вас научу метку сбегаться.
Первый дает фонарь, второй дает дермич. Это первый вихрь. После окончания вы даете. Последующий вихрь дает реслин, продлевает люксор. Третий вихрь опять дает фонарь, даешь дермич. Дальше продолжать или вы поняли цепочку? Ваш готов тусовать? Клуба быстрее, да? Пожирные сове. Че на клубах? Клубазиатор. Одну секундочку. Нет времени. Давай еще. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Yes, that. Это последний луж и вихрь. Лирик босс. Пересбежались. Да, Масок. СП вообще никто не бьет. По шипам играйте, Алена, прием, блядь. Тупо не убили СП. По шипам играют все, нахуй. Все, блядь. Как слышно, прием. Уходим в бок. Ой, дай Б. Бафрейм, встаньте. Ну подойдите, вот. Шип сзади с меня сняли. Закройте рот. Шип сзади сняли с меня. Ребафните креста. И шипы приоритетно. Видите шипы, значит разбивайте шипы, только потом думайте о боссе. Щука вправо и ближе к боссу. Шип с меня быстрее, вихрь. Снимите быстрее шип. Ну, блядь, щука, хули ты там делал, блядь? Еблан нахуй. Если я на шипе, это не значит, что надо стоять во мне, блядь. Правее чуть встаньте. Блядь, ебаная щука нахуй. Наебись, босс остановился. Шип сзади быстрее. Лужа, аккуратно, выйдите левее, встаньте. Терва, БР по владыке. Мася, БР по муле. Запищу ку, блядь. Ребахните приста. Ребахните приста. Шипы сняли быстрее. Не, я говорю,
Смотри, сейчас последний этот лужа и вихрь. Меня пошло. Да, массакр. Выходим, Блэкич. Бонус-подкаст. С меня сняли быстрее? Сейчас вихрь будет. Bone spike cast. Уходим, Блэкич. Служба. Чтоб с меня сняли быстрее. Stormcast. Да, массакр. Рит, у тебя столько же FPS? Или поднялось чуть-чуть? Нет, после обнова он у меня упал на 100. Никто мобов не бьет. И вниз не спускается, кроме хилов. Подстраховать меня. 5 FPS, как поднять эту хуйню нахуй? У меня 17. Я рот ебал нахуй. У меня утром было 180. После обнова с этими коллекциями мне стало 40. Во время боя как поднять, блядь? Что за лупа нахуй? Экстрем собака сутула. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью. Не бейте. Вылетело. Кастера можете бить. Ваш пак слева. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Зачем раньше вы осознаете собственную ущербность? Скорее
сила не знает границ. Ничто не может сломить ее. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Не надо ФДК. Пол рейда шопит и ФДК. Четыре друида, в принципе, должно хватить. Микрофон выключил. Сука. Дермич, со стороны полумесяца ближний приверженец твой, со стороны трусов легалайз твой. Грипайте в печеньку этих приверженцев. Это слышно было или нет? Угу. Нет. Слышно. Слава богу. Так, дальше. Фонарь, твой будет центральный приверженец. Если его нету, то тогда с левой стороны. Если выйдет с центра приверженец, то твой приверженец с центра. Асус или Блэкич с левой стороны приверженцу Сала просто въебите в каст, чтобы он подошел, все. Можно каст ему просто кикнуть, условно подойти, он тоже тогда пойдет. Только главное это сделать раньше, блядь, чем он щит повесит, потому что потом будет залупа. Нет, ты
в ГДК сидишь и даешь когти. Было. Все, давай отчет, Адель. На исходной стали и приехали. Поехали. Трэш. Центр приверженец. Сало. Угу. Все, молодцы. По трэшу сыграли, сейчас МК будет. Скоро. Служи вышли. МК раздали контролы. Законтролили быстрее. Чё так урона много по рейду? Убейте трэш быстрее. Убейте, блядь, физуроном. Щука, блядь, по кому ты играешь, нахуй? Я тебе, блядь, что сказал делать, нахуй? Играть по приверженцам, блядь. Тебе, блядь, метки поставить? Или ты сам определишь, какие мобы тебе надо бить? Центр приверженец опять. Слева. Трэш залили. МК сейчас будет каз бить. Раздали контрол быстрее. Мася, иди к Бебу. Бебу законтрольте, не убейте. И Масю тоже там подбиваете больно. А почему мы так плохо идем? Где дамаг? Дамага нету, да? Понял. Идеальный сетап, реально. МК сейчас будет. Раздали контроль быстрее. Законтролили людей. По боссу больше, блядь. Сейчас еще одна пачка трэша выйдет. Босса переводим быстрее. До дармича на полу дали. Три гера слили, да? Нет у нас гер. Духи пошли аккуратно, отошли от духов. На пул фонаря. От босса бежит. Фонари напуливайте. Раздали контролы быстрее, за контроль людей, фонарь дай сокру. Духи новые пошли, аккуратно отошли дух. Пять боссов бегут в сторону. Да, он в зеленке бегает. Духи аккуратно. Мася, дай БР по люксору. Да, я. Духи я. Аккуратно. Да... Блять, что вы делаете, нахуй? Почему приверженец до сих пор бегает? Щука, сыграй по приверженцу, блять. Духи пошли. Дермичись, баунт. БР будет или нет, блять? Раздали контролы. Контролы быстрее, законтроли людей. Ребафните шимена. Реслин, дай... Ой, этот фильм... Я ничего не понимаю. А чё Реслин сдох? Я в контроле, Луксора вообще только байрили. Его никто не хилил. Ой, блядь, эти пиздос, нахуй падайте. Лука! Щука! Что я тебе сказал делать? Ты отличаешь мобов, их два вида, приверженец и фанатик? Как я тебе ничего не говорю? Окей, хорошо. Ты играешь по приверженцам, как слышно прием? Все время, блядь, приверженец живой, значит ты его бьешь. Два вида мобов, фанатики и приверженцы, не ошибись. Тебе нужно бить только приверженцев. У нас нету миликов, блядь, нету физурона. Если они сразу не умирают, блядь, у нас начинаются проблемы.
По рейду идет дохуя урона. Сера, ты, наверное, тоже подсвечивай, когда трэш появляется на второй фазе по приверженцам. Только приверженцев, фанатиков не надо, главное приверженцы этого ебаного. Потом щит вешает, там потом урона и ебал. Люксор взорвал духа, блядь, и похоронил Калюта, получается, да? Ты заролил две шмотки за серебра? Люксор? Я захожу, захожу. А он бланш зашел. Физ демаджи Калюта пока свищу. Подожди, не уходи. Там бланш кашет, блядь. Ясно. Ну, нахуй нажим. А он что, на замене сидит, бланш? Нет. Он просто зашел не на... Надо шкаф. Калют уже успел съебаться, нахуй. Блядь. А чё, бланш сурф сейчас же мемо лупит вроде. А чё на макфу? Сорок. Давай, чё тут или поехали? Хорош, пиздец, не берите. Сосредоточьте на мокси. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Центр приверженный. Слева там приверженный стало найти. Или как бить? Трэш залит. Служишь. Раздали контролы быстрее, Фелиция, мол. Трэш вышел. Центр приверженец опять вышел, слева стало найти магнит кто-нибудь. Валили трэш. МК 2 секунды. Боже вышли. МК сейчас будет. Раздали контролы. Барбарос, Фелиция, Стерл. Приверженца убейте, он там уже переродился. Быстрее больше по трэшу, ребят. Вообще урона нет.
взрывается каждый. Ну, пачка. Подачи, если быть как не окей. Залили быстрее, конечно. МК щит будет. Раздали контроль быстрее. Без мунчева, мась. Быстрее контроль. И трэш добили. И босса переводить. По боссу больше. Больше боссу. Переводим быстрее. Дермич, забирай босс. Все на пулы дермича. Веру давайте. Духи пошли. От духа подходим. Какого лестница? Фонарь, дай сектор за контролем быстрее. Блэки, чувак, люди. Аккуратно, новые люди. На пул фонаря. Заебись контролить. Духи новые, аккуратно. Ридика сам ставим. Стерва БР не могу быстрее. Ребахните шивана. Быстрее. Рид ставь ТТМ. Да, пул ребах дали. Духи, милизон, аккуратно под босса. Лицо уже сдохнул. Серый дайв, даже БР по нему по возможности. Духи новые. По трэшу активнее играйте, ШПК. И щука там привернута в духе. Да ну вас нахуй. Раздали контролы. Да что за хуйня происходит, я не понимаю. Что вы дохнете? А, вы духов ловите, все, я понял вас. Не помогает даже патч, нахуй. Там у половины, наверное, его нет. Падать. Да ну кто хилит, ребят, хилит. Сейчас, возможно, я думаю, пизду это все заново. Если вам, блядь, патч не помогает, нахуй, идите, блядь, лечитесь, я хуй его знает. Там, блядь, патч, вырви глаза реально, нахуй. Чтоб не увидеть духа, я хуй его знает, что нужно, блядь, сделать. Увидел, но поздно. Почему я вижу без этого патча? Хорошо, я отхожу. Объясни мне нафиг. Ну, в тот момент я контролил креста, был подключен от тебя. Я тоже бью босса, контролю, смотрю за рейдом. Thank you.